Не, ну я ж хрен усну, если не посмотрю, что тут дальше. Ай, ладно. Ну тебе, блин, и коридорчик смерти. У меня очень интересная локация. Ага. Там, блин. Так, пока что все терпимо. Было очень больно. Thank you.
Это было очень больно, их было очень много. Жалко, нельзя сделать ловушку, чтобы они тут загорались. Seven Days. Но это наоборот хорошо. Противник есть, он сложный. Ему плевать на погодные условия. Тебе приходится париться. Равных условий быть не должно. А, мне наоборот сюда. Погоди, а зачем? Это я сейчас не понял. Это мы отсюда вот приперли, значит, там сюда что-то. Вопрос хороший.
Неплохо. Так, и чем это лечится? Почти 5000. Это жесть. А куда дальше-то? Бля, это комбо какие-то, ебать напополам. Я ж думал, я на нижний этаж припрусь, ага, сейчас. На нижний этаж я припрусь. Сандаливают. Хорошо.
Теперь у меня 32 вопроса. Ну и на кой ляд я вообще сюда горцевал? Данж напоминает мои данжи, блин. Очень, мягко сказать, сильно. Ох, ёлы-палы. Любопытно, конечно. Неожиданно. Я, правда, запутался, куда тут бежать. Ладно, у меня вопрос. Я видел ангарные ворота. Было не спрашивать, куда бежать. Да ты, блин, издеваешься. Так, спокойствие, только спокойствие. Наверное, надо куда-то туда пройти. Угу. Я уже был. Сам от пива пил. Ходил, находил. Так, а как сюда нам проникнуть? А получилось. Так что. С ума сойти можно, конечно, с такими данжами. Можно больше так не делать, ребят. Зараза. Ой, да уж.
Вот по таким данжам вообще нефиг спаться, если у вас нет топовой брони, которая мало портится, которая предназначена для этого. А чтоб тут такой данж пиндюривать, надо его будет правильно обозвать. Very hard. Чё? Правильно. Very геморрой, блин, о. Very геморрой. Как его правильно обозвать-то хоть? Где там этот дробашечок? А нет, вперед он не убежал. Дед сволочь меня дожидается. Это местечко вспомнил. Вот ты где, гад, спрятался. Чуть жопу не откусили. Неожиданно. Да и угадаю, дверка наконец открылась. Да ё-моё. Нет. Ты дверь-то открыть вообще? Истерика, блин, начнется. Ой, я везде лазил-то, блин. Так, а как мне сюда забрать?
Вообще не понимаю, блин. Как же вот такие народ данжи делают, у которых ни хрена не понятно. Нет, сюда еще не заглядывал. Они... Так, здесь я был. Вот, последняя точка моего деста была здесь. Это что? А. Кстати, они умнее Зируксу. Стоять. А, тут у лифт. Вот умеет нормальных людей запутать. Подставу сделать, блин. То красиво, главное, сделали. Не скажешь, что плохие ребята, блин. Наоборот, молодцы. Да, ну конечно. Единственный вопрос, вот, а чё такие долгие данжи-то? Не один был всего основной, да, там на 6 часов можно было застрять, и то расстреливая тупо турели. Но чтобы загадки решать, как-то такого не делал. Так, но мы уже где-то ближе к истине. Либо хоть им время прицеливания нужно. Раньше с лету стреляли. И пера ядрить налево. Ugh.
А это куда ведет? Вы откуда здесь таких количеств беретесь, мне кто-нибудь объяснит. Ладно, заканчиваем очередную серию. В итоге меня убил Зерок Снайпер. Мило. Всем удачи. Всем пока.